Ай, молодец, ай, хороший мой золотой. Знаете, суп на овощах, надо тогда давать десни кашу. Он очень густой. Ну, густой, такой, с овощами. Потому что жидкое не давать ни в коем. Нет, жидкое мы не даем. А причине жидкое будет? Нет, мы жидкое или как-то кого не даем. Просто кашу гречневую. Рубец вот, давайте, знаете. Рубец, вот. Сердце, печень, обрез на рынке вот это вот покупаем. Да. Вот это все добавляем и все это делаем. Нет. Да, посиди, пойдете. Ну что, Серый, как? Нормально. Упадет. Чаще надо тренироваться, понимаешь, и все будет нормально. И это будет легко. Вот, смотри, Сережа, сюда смотри, вот требования, вот требует судья. Что он требует, понимаешь, как выставлять, как ставить. Вот выставляется порода, которую ты собираешься там как-то выставлять. Непосредственно. Вот и посмотри. Хотя бы. Какая что надо выставлять? Ну что надо делать? Он, видишь, он движется, он не движется. Вот в чем дело. Он совершенно не движется.
формату не помнишь, а куда мы тебе этот формат? Слегка растянутый. Ну это слишком растянутый. Слегка там. Ну понятно. Вот только снимала, все уже, ёп. Снимала. А вон твои левицы. Подожди. Поздравить пойти. Пошли.